Всем привет, бананчики, с вами я, Лера. В этом видео я хочу вас всех еще раз поздравить с 1 сентября, или, как говорится, с Днем Сатаны. Ну, не важно. И в этом видео я вам дам несколько полезных советов для школы. Они будут смешные, так что не переключайтесь. А мы начинаем. Совет первый. Если кто-то из класса попросил у вас ручку, если, конечно, это не ваш близкий друг, то очень давайте, иначе произойдет вот это. Эй, Лер, дай ручку, у меня не пишет. Держи. Спасибо. Вкусная. Совет второй. Если вас в школе оскорбляют или унижают, то смело делайте вот так. А я иду такая вся, вдоль Чигабана, я иду такая вся. Эти местами не лучше. Совет третий. На завистников внимания не обращайте. Башина 2. Жалко. Вот лошара. Башина 5. Да, Семенченко 2. Ну как же так-то? Нет, такого не может быть. Ой. Что ж, это были все советы от меня. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Но почему же, спросите вы, я поздравляла с 1 сентября, хотя оно только через 3 часа. Ну, то есть практически 2 часа. Ну, не важно, смотря как, когда вы смотрите это видео. А потому что вы наверняка его посмотрите тогда, когда я уже буду стоять на линейке. Ну или когда уже наступит завтрашний день. Надеюсь, я вас хоть немножко развеселила. Всем удачи на линейке и в учебе. Всем здоровья и добра, всем пока-пока. Лайк, да еще лайк, еще много-много-много-много лайк.